22 сентября 1994 года в США состоялась премьера ситкома «Друзья», которому было суждено стать одним из главных телевизионных сериалов в истории. Этот статус подтверждает и то, что даже спустя много лет шоу до сих пор любят, пересматривают и обсуждают миллионы зрителей по всему миру. А стриминговые сервисы покупают права на показ «Друзей» за десятки миллионов долларов в год. «Друзья» появились благодаря двум сценаристам – Марти Кауфман и Дэвиду Крейну. Они вместе учились в одном университете. Позже вместе работали и основали продюсерскую компанию. В конце 1993 года им пришла идея снять сериал о друзьях, которые по вечерам собираются в кафе. Они представили идею руководству Warner Bros. Television под рабочим названием «Кафе Бессонница» и сразу же получили одобрение. В процессе написания сценария пилотного эпизода название менялось несколько раз. «Друзья, как мы», «Шестеро одиночек». И только летом 1994-го, перед самым началом съемок, ситком наконец-то переименовали в «Друзья». Разумеется, одной из главных задач на этом этапе был подбор актеров. Когда агентство узнали о новом многообещающем проекте NBC, в студию поступили сотни звонков с одним вопросом: как моему клиенту попасть в сериал? Меньше всего проблем было с выбором актера на роль Росса. Дэвид Швиммер получил роль первым. Кауфман и Крейн уже работали с ним и писали роль под актера. Ему даже не пришлось проходить прослушивание. Правда, согласился он не с первого раза. Агенту Швиммера пришлось долго убеждать клиента принять приглашение. Остальным участникам «Великолепной шестерки» пришлось пройти многоуровневый отбор. На каждую из пяти позиций претендовали более 1000 кандидатов. На этапе отбора продюсеры предложили Кортни Кокс сыграть Рэйчел. Но после прочтения сценария актриса решила, что персонаж Моники ей ближе. И не прогадала. По признанию сценаристов, сложнее всего было подобрать исполнителя роли Чендлера. Никому из кандидатов не удавалось читать текст так, как задумывали авторы. Они даже начали думать, что проблема именно в диалогах. Это продолжалось до того момента, пока сценарий не попал в руки к Мэттью Перри. Только ему удалось привнести в готовый текст ту самую долю необходимого юмора. Впоследствии он чаще всех импровизировал на съемках, иногда почти полностью меняя идею Кауфман и Крейна. Но изобретательность актера почти всегда приводила к великолепным результатам. Мэтт Леблан, в свою очередь, мог не получить роль Джоуи. Кауфман и Крейн считали актера недостаточно опытным по сравнению с другими претендентами на роль. Да и его трактовка персонажа отличалась от того, что хотели видеть сценаристы. Героя не планировалось делать таким глупеньким. В конце концов, последнее слово в кастинге Леблана осталось за студией. Одна из представительниц NBC сказала, что актер будет становиться лучше с каждым днем, и поэтому его необходимо нанять. Роль Фиби могла достаться Эллен Дедженерс, не откажись она от предложения. Но в итоге эта роль досталась Лиззи Кудроу, которая на съемочной площадке сериала познакомилась со своим будущим мужем, который работал здесь сценаристом. На 6-м месяце беременности Лиза объявила о своем положении продюсером, так что его пришлось вписать в сценарий. А вот дольше всего авторы искали Рэйчел. На роль пробовались сотни кандидаток. Однако почти никто из них не мог, как говорил Дэвид Крейн, смешно плакать. Одной из тех, кто была способна на это, оказалась Дженнифер Энистон. Впоследствии именно она стала самым знаменитым участником всего актерского коллектива. Она единственная из основного состава актеров получила за свою роль Эмми и Золотой Глобус. Помните молчаливого бармена из кафе Central Perk? Его сыграл Джеймс Майкл Тайлер. Причем получил свою роль совершенно случайно. Нужен был человек, который умел бы пользоваться кофемашиной. И ассистент режиссера предложил эту роль актеру театра, который часто подрабатывал в лос-анджелесских кофейнях. В течение первых полутора лет задачей Гюнтера было просто безмолвно приносить кофе. Свою первую реплику он произнес только во втором сезоне.
К слову, Джеймс вовсе не был блондином. Прямо перед съемками ему осветлил волосы друг, который учился на парикмахера и практиковал на нем свои навыки. Образ настолько понравился продюсерам, что актеру пришлось красить волосы каждую неделю. В 2021 году актер умер от рака в возрасте 59 лет. Кауфман и Крейн, конечно же, не работали над сюжетами «Друзей» в одиночку. Они дополнительно наняли семерых сценаристов. Они искали именно молодых людей, которые только выпустились из колледжа, так как они лучше всего могли писать о героях в возрасте 25-28 лет. Изначально в сериале не было романа между Рэйчел и Россом. Основной парой должны были стать Джоуи и Моника, поскольку казались создателям самыми сексуальными. Фиби и Чендлер задумывались как второстепенные актеры. Съемки «Друзей» проходили в больших студийных помещениях с участием живой аудитории. Массовки пересказывали события прошлых эпизодов, а в перерывах проводились конкурсы или выступали юмористы. Авторы делали все, чтобы люди из зала не скучали и могли осознанно следить за действием. По сценарию друзья были молодыми нью-йоркцами, немного за 20, которые только закончили колледж. На самом же деле, на момент съемок первого сезона Кортни Кокс было 30 лет, а Лиззи Кудроу — 31. Самыми молодыми на площадке были Дженнифер Энистон и Мэтью Перри. Им было по 25. Тогда как Дэвиду Швимеру и Мэтту Леблану исполнилось по 27. Когда съемки уже начались, руководство канала захотело сделать героев постарше, а место встречи перенести из кофейни в закусочную. К счастью, продюсерам удалось отстоять первоначальный вариант. Что касается технического оснащения на площадке, то каждый момент операторы снимали с 4 камер, чтобы обеспечить максимальную творческую свободу монтажерам. В постпродакшене также перезаписывался практически каждый фоновый звук, будь то шаркающая обувь или шуршание брошенных на землю цветов. Музыка к каждой сцене также выбиралась вручную. Этим занимался отдельный звукорежиссер. За 10 лет существования ситком больше 200 раз номинировался на престижные кинопремии, на его счету 69 различных побед. И на сегодня у нас все, ребята. От вас подписка на наш канал и не забывайте про лайк. Всем спасибо за внимание.